Чтобы ловить на озере Плопсхейм, необходимо купить рыболовную карту. Забрать с собой можно только 3 хищников, но не больше 2 щук, длиной свыше 60 сантиметров. В озере также ловятся судак, жерех, сом, окунь. Озеро славится крупной щукой. Периодически летом в озере заморы, но из рейна, или как его здесь называют, райн, заходит новая щука. Средняя глубина озера 2-3 метра, но есть ямы, остатки старого русла с глубинами до 7-8 метров. На озере можно передвигаться только на электромоторе. Троллинг запрещен. Лодка длиной 4,7 метра. Места для 3 рыбаков и собаки достаточно. В целях безопасности забросы только боковые. Сегодня температура воды плюс 18. Температура воздуха до плюс 20 градусов. Время крупной щуки еще не пришло, но мы начинаем с ее поиска на ямах. Виктор и Мануэль ловят на глубоководные воблеры. Я начинаю с джерков. Обычно в дельте Днепра я ловлю в мелких озерах на микроджерки Salma Slider 6 см 11 грамм, выманивая щук из камышей. И редко на плавающий 10 см 36 грамм. Сегодня я работаю джерками до 100 граммов. Спиннинг дайва Baitcast джерк длиной 1 метр 68 сантиметров и тест 60-120 грамм. Мультипликаторная катушка Shimano Calcutta 301D. Шнур 0,28 мм. Из 2 десятков джерков мой выбор останавливается на привычном тонущем Salma Slider 10 см 46 грамм. Ilex Dexter джерк 12 см 60 грамм. И Swiper 50 грамм. Не получив поклевок на глубине, мы смещаемся ближе к берегу и переходим на тейл-спиннеры французской фирмы Ilex. Я ловлю на Ilex, Deracoop, Autora и Crazy Pike. Весом 0,5 унции, приблизительно 14 грамм, и 3/4 унции, 21 грамм. Я перехожу на спиннинг Ilex Ashura Mustang 2,4 метра длиной и тестом 7-35 грамм. Катушка Shimano Stradic 4000, шнур 0,18 мм. Первую щучку поймал Виктор. Затем поклевка у Мануэля. В полдень поехали на рейн, райн, как его здесь называют, ловить под мостом. Сначала у меня поклевка на тейл-спиннер и сход.
Затем Мануэль вытаскивает хорошую щуку 68 сантиметров длиной, весом около 2 килограмм. Возвращаемся в верхнюю часть озера. Штиль, глубина 2 метра, прозрачная вода. Хорошо видно дно. Здесь делать нечего. Уходим на глубину 4-5 метров. На тейлспиннер я ловлю следующим образом. Сначала определяю момент касания блесны дна, считая до провисания шнура. Затем на следующем забросе начинаю проводку на 1 секунду раньше, чтобы не цеплять за траву. 3-4 оборота катушки, пауза. Заброс на 40-50 метров. На одной из пауз я чувствую удар и вытаскиваю свою первую французскую щуку.